Применив оружие, милиция задержала угрожавшего топором мужчину в Чаусах. Он бегал у жилых домов и пугал горожан. Вечером 10 августа в милицию сообщили, что пьяный человек представляет собой угрозу. Прибывшие наряды милиции окружили дебошира, не давая возможности скрыться. Мужчина не реагировал на требования успокоиться. Угрожал топором милиционерам. Не остановили буяна ни предупреждение о применении к нему физической силы, ни предупредительные выстрелы в воздух. Тогда сотрудники милиции применили табельное оружие. Задержанный госпитализирован. Его состояние удовлетворительное, опасности для жизни нет. По факту угрозы применения насилия в отношении сотрудника милиции возбуждено уголовное дело.